Приветствую вас, вы пережили достаточно серьезную травму, вот, собственно, связанную, ну, вот, с тем, что попали в аварию, вот, это очень сильно на вас повлияло. Вот, что является, в принципе, нормой, то есть это норма, что на вас так сильно повлияла авария, что вы теперь боитесь, вот. Психологическая травма есть разрыв привычных причинно-следственных связей, вот. То есть тут можно вести речь именно о том, что вы просто отказываетесь сейчас воспринимать, ну, возможность, такую действительную возможность того, что вы можете попасть в аварию. И вам хочется, судя по тому, что вы пишете, вам хочется вернуться, в тот прежний мир, в котором было относительно безопасно. Вот. То есть основная идея заключается в этом. Вот. Понимаете? И то, что вы сейчас боитесь, то, что вы сейчас опасаетесь повторения этой ситуации, то, что вы боитесь, что с вами случится что-то плохое, является следствием ваших таких эмоциональных противоречий. Вот. Но это, в принципе, корректируется. Вот. Это, в принципе, поправляется. Вот. Я не думаю, что от этого будет сложно избавиться, если вы проживете еще раз. Если вы проживете еще раз, например, свою травму, вот, если вы проживете еще раз тот негатив, который у вас был, этот страх, вот, если вы его именно выразите, если вы сможете его выразить и пережить заново. Ну и сделать, конечно, особые какие-то выводы, да. То есть то, что вы описываете, очень похоже на то, что вы не защищены. То есть вот есть такое ощущение, да, что вы не чувствуете себя защищенным, не чувствуете себя в безопасности. Вот. И, конечно, вам хочется это подкорректировать, чтобы чувствовать себя в безопасности. Вот. А для этого нужно понять, какие аспекты
вашей психологической организации, да, как и аспекты вашей психологической организации, являются наиболее уязвимыми. Вот. То есть это тоже нужно понять. И тогда, я полагаю, вам будет уже гораздо проще справиться с этим и двигаться дальше. Ну, двигаться вперед. По крайней мере. А вот такая примерно история, такой примерно ответ. То есть избавляться ни от чего не нужно. Именно избавляться ни от чего не нужно. Прямым таким вот, ну, прямым образом избавляться ни от чего не нужно. Вот. А нужно исследовать, нужно смотреть, нужно работать, нужно разбираться, нужно выявлять, ну, ваши желания, ваши чувства, ваши противоречия, вот. И сомнения, вот. Такая вот история. Я надеюсь, что это было для вас полезным. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится.